Дважды в год городские теплосети обязательно проходят гидравлические испытания на прочность. При проверке в конце отопительного сезона было обнаружено 83 порыва. Все они устранены. В сентябре при повторных испытаниях нашли еще 30 слабых мест. За две недели ремонтные бригады устранили все протечки. Осталась последняя – теплосети 24-й школы. Данный порыв, сказать, что он серьезный, нельзя сказать, потому что тут под отключение попадает один корпус школы, поэтому мы сейчас уже его обнаружили, то есть на этой неделе мы его локализуем. Ну а благоустройство в течение этой и следующей недели мы сделаем. После снятия плит оказалось, что причиной порыва теплосетей стал строительный брак. Трубы не изолированы и сильно заилены, что и привело к коррозии. Всего же во время ремонтной кампании было подготовлено 254 километра тепловых сетей. По большому счету проведена диагностика, проводится наша организация диагностика тепловых сетей, тех, которые уже отработали нормативный срок, получено положительное заключение, что данные сети могут дальше эксплуатироваться. Я думаю, что зима пройдет без каких-либо эксцессов и больших повреждений. Даже если будут сильные холода, да, мы к этому готовы. На ремонт теплотрасс в этом году было потрачено 34,5 миллиона рублей. И это при том, что горожане задолжали теплоэнерго 295 миллионов рублей. Тысяча староскольцев имеет долги больше 200 тысяч.